Привет, друг, с тобой Эван. И как ты понял по названию ролика, сегодня мы едем смотреть на особняк Гарика Давидовича. Так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Итак, я думаю, наверное, все уже видели в Инстаграме истории, возможно, у кого-то на Ютубе уже есть, если честно, не смотрел, что ему с матра добавили личный дом. Если кто-то истории эти не видел, сейчас я их покажу. Добрый день, мои друзья. Значит, на сервере Смотра Рейдж сегодня, наконец, у меня появился дом. Он стоит на набережной, оттуда можно ловить рыбу. Рыбу можно ловить даже у меня в бассейне. Значит, дом очень прикольный. Чуть позже там будут тачки, которые можно будет взять и покататься. И они будут очень крутые, они будут эксклюзивные и классные. А сегодня вечером мы там за большую вечеринку. Наверху у меня две вертолетные площадки, хелипорт Москва. Поэтому, если кто-то будет на вечеринку прилетать на вертолетах, делайте это, пожалуйста, аккуратно, в зависимости от ветра. А площадки две, под один заход и под другой. Поэтому машины можете парковать, места очень много. Но с вертолетами своими, пожалуйста, поаккуратней. Спасибо. И, конечно, там же, как вы увидели, была сходка. Я, как всегда, все просрал и не заснял ничего интересного. Надеюсь, какая-то третья сходка должна быть. Он говорил, что добавит там еще какие-то эксклюзивные автомобили. Значит, это еще не последняя сходка, которая там была. Так что мы обязательно там будем. Где-то по этому побережью находится, я, если честно, не знаю. А, то есть сосед, значит, да? Сосед. А перед тем, как мы сюда заедем, я вам хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. А, значит так, D3707, да? МММ вроде 707 у него на Rolls-Royce. А, значит, мы приезжаем, давайте вот здесь где-то запаркуемся, так красиво. А, это гараж? Хуя себе. Заезжаем типа сюда и стеклом или... А даже так можно. Не, ну это домик этот красивый. А, да, это окно. Ой, я додик взял, врезался. Так, можно выйти? Это кастомный дом GTA 5. Они могли, конечно, его стырить и просто Давидыча просто везде налепить. Но выглядит он очень охуенно. Вот реально. Владелец Эрик Давидович. А у него же ник просто был Эрик Смотра. 30 мест, а сколько? 707 рублей. Ну, понятно. Так, бля, заебал этот на камере. Можешь выключить музыку, пожалуйста? Блять, вот так на этих даун... Давайте сразу начнем с въезда, можно так сказать. Здесь есть баскетбольная площадка. Кстати, а рабочий мяч? Не рабочий, нельзя поиграть. Что-то летит. Прикольно. Сумка какая-то, пролапс. Это баскетбольная площадка. Окей, спускаемся здесь, теннисный стол. А как на вертолетную эту площадку? А, это, наверное, с дома как-то надо подняться. Окей, возле дома стоит мангал, стоит стол, стулья. Нормально, так здесь типа такой мини-бассейник такой. Хотя это фиг знает, что такое, чисто для растений. Здесь тоже такая зона какая-то, лаунж. Чисто вечерком посидеть, так посмотреть на восьмерочку, которая там стоит. Еще один мангал, ну а хули, богатые мы люди, можно и два мангала иметь на территории. Так, это спуск на пляж, это просто текстурки такие. А! Это еще одна лаунж-зона, чисто на лежаках посмотреть, погреться, жопу погреть, нормально. Еще одна лаунж-зона, такая с зонтиком и с бассейном. Вот это уже балдеж, кстати, очень глубокий, но что-то я, когда прыгнул в бассейн, я что-то не раздеваю. Пацаны говорили, что в бассейне тоже можно ловить рыбу. Здесь стоит клюшка, гольф, я не понимаю, в чем прикол, типа, выкинул и просто навсегда. Интересное решение такое, я бы сказал. Здесь, с этой стороны, нету нифига. Давайте первый этаж в дом зайдем, можно как-то снаружи зайти?
Вот это закрытые двери или были открыты? А, открытые. Еще один бассейн. Лежак такой чисто для массажа, SoulX. Так, еще бассейн. А здесь я хотя бы разденусь. Еще ванная и телек в ванной. А еще там током не ёбнет? Не? Ну ладно. Так, здесь бонг стоит. Его покурить, кстати, жаль, но нельзя. Висящий камин. Прикольный. Так, это вход. Здесь что стоит? Это Джеки Чан, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, я не знаю. Прихожая такая вот, растениями просто в воде сразу. Заходим, это кухня, я так понимаю. Это даже не кухня, это бар с таким вот привлекательным значком. С дорогим бухлом. Шантан майот или как там? Это просто покушать, это телек, нормально. Здесь выйти можно? В окно? Сразу? Не, нельзя, ну ладно. Свет, даже включатели здесь есть, охренеть, и розетки. Еще одни растения. А можно найти кухню? О, Билли Айлиш, привет. Вот это уже кухня, наконец-то мы нашли. Яблоки такие, нихера себе. Таким яблоком убить можно. Еще одни столы. Бля, сколько здесь столов? И сколько здесь вина? Йо, кружек сколько? Бля, это какая-то не дом Эрика Давидовича, а, блядь, столов какая-то из школы. Здесь еще больше плазмы. Можно еще больше? Чисто домашний кинотеатр. Любители, значит, классичной музыки, да? А здесь еще такой выход большой, еще один стол, еще один мангал, еще одни такие лежаки, еще матрас есть в GTA 5. А, это текстурка, если бы его еще двигать, может... А не его двигать можно, офигеть. А я не знаю, кстати, есть ли в оригинальной GTA-шке матрас вот этот, либо его добавили. Если он есть, то это... Я новое что-то узнал о GTA. Так, заходим на второй этаж, поднимаемся. Да, бля, поднимаемся. Лестница, конечно, пипец какая большая. А, еще один телек, да? Еще одна пицца. Ну, это я заберу с собой. А здесь чисто студия запись. Ага, это что у нас? Рэпер, получается? Гитары такие интересные. Электрические, акустическая одна. Можно зайти в будку? Здесь возле пианино можно снимать. Бля, какое оборудование просто. Барабаны, ноутбук. Pixel M Premium, не знаю. Сколько фильтров, просто сколько микрофонов. Не, ну этот дом, это, бля, охуенный. Просто тот, кто его создал, просто респект. Вот здесь такие надписи в стиле GTA San Andreas. San Andreas написано. Блин, как мне нравится вот этот шрифт просто. Gangsta Shift просто сразу. Шрифт. А, вот, кстати, с туалета. Да не туалет, это умывальник, на пофиг. Деловая комната. Комната босса, короче. Бэбки сразу лежат, чисто на новые BMW. Помидорчики. Какие есть? Вот этот треугольник есть. А где шарики? Беговая дорожка, чисто из его сторис. Прям та же. По дизайну видно. Здесь он, наверное, приседает и отжимается. Крушу можно побить. Боксерские перчатки. Две штанги. Куча железа, еще. Это чисто зала качка. Еще одна картина. Так, вот это. Обувная, два чемодана. Интересная кровать. Очень интересная. А-ля лежак, я бы сказал. Так, вот это я понимаю, у нас ванная, да? Сюда выйти. О, можно на террасу выйти. Офигеть. Ну, это чисто... Кто-то моется, кто-то яйками своими сверкает. Кто посчитает, сколько мангалов в этом доме, я сразу коммент просто лайкну. Еще одни какие-то там разбираются. А, рыбачит, наверное, рыбачит, ёпт. Еще одна лаунж-зона, здесь гостей можно. Если бы они еще добавили текстурку кальяна, вот это было бы тоже атмосферно. Так, телескоп чисто, ночью романтика. Гитара еще. Так, еще одна у нас лаунж-зона. Бежим дальше, еще лежаки. Кстати, я же не всю хату досмотрел. Возвращаемся. Бля, все сюда ездят, как в музей какой-то. Еще одна спальня, чисто для гостей, наверное. Она точно такая же, как и та, просто зеркальная. Еще одна спальня. Не, ну вот это, наверное, спальня босса, а это чисто приемная. Ну да, приемная. Ну, чисто для гостей, да. Кровать, не знаю, четырехспальная, просто по подушкам. Трехспальная. Очень широкая, не знаю. Чисто новый тест-драйв смотрит. Выйдем на террасу. И здесь еще третий этаж. Есть третий этаж, я так понимаю. Вернее, этаж, это вертолетная площадка. Снипап. Зона сужается. Короче, это вертолетная площадка, гелипорт, это Москва, вот это там, где он летает. Снимал тест-драйвы на вертолеты. Окей. Так, мы еще не посмотрели вот эту террасу. Ёбаный в рот! Здесь тоже такой чисто столик, чисто для
гостей, которые вышли из своего номера, чисто посидеть, шашлычок поесть. А как, собственно, на эту площадку забираться? По-адекватному. Может, я просто не нашел выхода, но по-адекватному просто перелезть через забор, я больше не нашел выхода. Это еще маленькая такая площадка. На этом все, пацаны, вот такой вот видос вышел. Все, что бы я добавил этому дому, это какие-то мелочи по типу телефона где-то, там где-то планшет, там где-то мясо поставить на эту релку, там где-то еще там всякие еды разбросать. Вот это Голливуд прям. А там еще кальянчик бы добавил. И самое главное, что бы хотел добавить, это опять же есть животные, есть. Я бы добавил какого-то статического животного, по типу кота в доме, либо собаки на улице. Я чисто поставил бы ему буду, и чтобы он там сидел возле своего домика. А на этом все. Попрошу вас поставить лайк данному ролику и написать комментарии для дальнейшего продвижения этого ролика. Чисто хайпим на теме с Давидычем. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.